пришла проплатить за интернет. Вот, думала, должна, оказывается, у меня там еще есть денежки. Вот, но я по ноябрь месяц даже заплатила. Как узнаете состояние своего счета? Есть деньги на счете или нет? Ну, я уже предполагаю, как мне платить. К концу месяца я каждый месяц подхожу и проплачиваю. С личного кабинета на сайте. Каждый раз проверяю, хожу. СМС-ки приходят, СМС-сообщения, где уже указывается, в какой день, во сколько у меня отключится. Поэтому я уже предупреждена, когда я должна прийти и внести следующий платеж. Теперь, чтобы узнать состояние своего счета, не обязательно приходить в офис компании Уфанет. Компания Уфанет для наших абонентов ввела новую услугу «Короткий номер». Что нужно сделать? Достаточно отправить слово «Уфанет» на короткий номер 2420. В ответ вы получите номер вашего договора и состояние счета на текущий момент. Вам в одной СМС придет номера ваших договоров по всем услугам, которыми вы пользуетесь, и состояние счета на текущий момент. Стоимость СМС определяется оператором сотовой связи. Доступна тем абонентам, чей номер телефона прописан в договоре. Если ваш номер телефона не прописан в договоре, вы можете обратиться в любой из наших офисов, прописать номер своего телефона в договоре, либо также подключить услугу в личном кабинете на сайте my.ufanet.ru в разделе «Управление услугами». Состояние счета можно узнать также в личном кабинете на сайте my.ufanet.ru в разделе «Управление счетом», либо обратиться на круглосуточный телефон службы технической поддержки 290 04 05.